Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за кхмеров против 6 соперников. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео имеется. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Ну я вот пошел на тебя, когда у меня были войска. Ты тоже можешь куда-нибудь их потом деть. О, я тебя обманул, у меня прямо сейчас уже рыцарь. Да, и ты в осаду не можешь город взять еще. Я забыл предупредить. Потому что там... Да. Борька, читер. Ну... Да, это обидно, конечно. Так хотелось взять посаду. Так, 53, значит, да. Да, и походу я буду ваншотить твои войска. Очень на то похоже. Чё ты мог издать за этим? А, ну да, он играет со старик. Нехило там все бустят науку, особенно Австралия. Я вот знаю, вот Египту надо в сторону Австралии идти. Да, и вышел в итоге в нормальный век, зашибись. Просто чё-то здорово. 75 совсем неприлично. Это в мире имеет 15, а ты 75, как ты смел? Ну ладно, расскажи. Мне интересно, сколько у тебя кампусов-то? У меня кампусов 2. Не может быть. Хотя не может. У меня всего 5 городов. При этом 2 из них поставлены недавно. А в столице 6 жителей. У меня все очень плохо на самом деле. 3 коммерческих зоны? Коммерческих зон у меня... С коммерческими зонами у меня чуть получше. Раз, коммерческая зона... А, нет, их тоже 2. Ай, печально. У меня просто еще 2 гавани есть, поэтому... Вот у меня одна гавань дает 8 науки, а рядом с коммерцией дает 12. Все по той же. Вот что там, войнушка заканчивается или гейм? Не, я думаю, Египет хочет город мой взять. Я на самом деле, я думаю, мне нужны какие-то отступные контрибуции. У меня ничего нету, просто тупо вот ничего, нету. Ничего нету. В этом и проблема. Поэтому я могу тебе какой-нибудь ресурс дать, если хочешь. Например, алмаз, у меня их 2, но это все. Алмазы у меня у самого есть. Ой, блин, ты сейчас по Стокгольму бьешь. Я ж тебе сказал еще давно. Раз вы его сузлините, ему рип. У меня ж сейчас наука умрет вот это. Ну вот, тем более, значит. Вот. У меня кампусов все равно нет пока что. У Франции примерно столько же наук. Зачем терять армию Египет? Она у тебя есть. Зачем ее терять просто на ровном месте? У тебя ж вон все хорошо с развитием, в отличие от меня. Тем не менее, ты прибежал и вынес мне город. Потому что у тебя не было армии, не было защиты, а у меня была армия. А тебе-то зачем? Да у меня была армия, она была рассредоточена по всем сторонам. Не знаю, я видел силу твоих войск, там то ли предпоследний был. Ну, у меня юнитов 5 было. Не считая скаутов.
Блин, мискликнул. Проатаковал твою. У меня то, что такое было. О, я от Стольгольма получил буст. Какое счастье. Мы перестали быть сюзереном Стокгольма. Военная наука. Удворили чужих псов. А что за военная наука? Ну, я уже, Леша, серьезно думал, чтобы с тобой замириться. Ну, конечно. Ну, ты ж видишь, что рыцарями я просто... Следующим ходом еще минус 2 юнита, а ты следующим ходом город не берешь. А рыцари еще строятся. О, кореец. Это уже интересно. Интересно, да, но интересно. Я буду воевать с тобой, а кореец заберет все мои города. Как тебе такой вариант? Поэтому, по-моему, лучше... Мы договоримся? А? Ты думаешь, мы с корейцем не договоримся? Ну, договорись. Ты потеряешь у юнит, я не думаю, что он тебе отдаст города какие-то. Я думаю, все правильно рассудить. Ну, у тебя здесь объективно все войска, конечно, ты водишь со мной, не перекидывай же их на другой фланг. Ну, естественно. Да и что-то я не знаю, где у Кореи вообще юнит это он. Ну, он, я его юниты не вижу, он тут не стоит, я тебе могу сказать. Там 400 силы неспроста. Ну, 400 силы неспроста, да. Поэтому замиримся, я хоть успею туда перекинуть и буду с корейцем воевать. Тебе, по-моему, не выгодно ни тебе усиливаться, не усиливать... Ну, в смысле, не выгодно усиливать корейца. Корейца не усиливать... Вопросов нет. Серьезно? Поставил, значит, такой морской город, чтобы поплавать куда-нибудь. А это оказалось внутреннее море. Египет, ну давай решать. То есть мне надо сейчас, если мы заключим мир, я смогу сразу сейчас перекинуть юниты туда. Тяжело принять решение. Особенно после нападения Кореи. Корея на тебя может попасть так? Нет, навряд ли. Мы с ним не граничим вообще не особо как-то. А кто? А с корейцем кто там с другой стороны? Там море. Так, подожди, кто-то же говорил, что сосед его. Не-не-не, он на краю Пангеи. Ну, я ему сосед. Я ему сосед и тебе сосед. Тебе сосед и больше, чем ему. Че там, хмеров пилят? Да? Да. Ну, такое, да ну что, да разве это пилят? Он тут рыцарями добьется сейчас. Вопрос в том, что есть ли я что-то говорить. Если есть, то все печально. Ну, я даже не могу апнуть юнит. Он умирает раньше. Тяжелая игра, конечно. Значит, даю города корейцу, раз такое дело. Че, вы так и не замерились? Нет. Египет продолжает атаковать.
Это вот было вначале. Давайте остановим кореец. Давайте. А теперь в итоге кореец разбился. Еще захватит меня. Кто это говорит? Я не ну, люблю. Ты можешь отдать свои города мне, а не ему. Потому что... Почему? Ну, потому что ты сжег мой город, и чтобы не усиливать корейца. Давайте отдадим мне. Я сжег твой город, потому что я его хотел захватить, себе забрать. Но я не мог его удержать. Как жаль, как жаль. Отдам батенька. Слушайте, найдите меня хоть кто-нибудь еще. Три человека ж в игре, которые меня не нашли. У меня нет разведчика. Мы все рядом находимся, как вы говорите, все плотненько. И что? И что произойдет? Индус предложение. Я деньги возьму, апнусь в рыцари. Буду отбиваться от всех вокруг. До уровня Карфагена? Индус, ты тут? Не вовремя индус ушел. Вроде бы всему. Так вот, если Кар сможет добраться до уровня, где стоял Карфаген, то он встретит Австралию. Я не знаю, где Карфаген. Ну а что, у него все тихо, мирно, прекрасно. Это у нас война. Каждый со своими странностями. Со своими недостатками. Ну, Moonlight. Moonlight любит воздаяние жесткое. Это уже немного упорочки. О, да. Жить без этого не могу. Австралия строит гавани, какого фига? Ну, да, наверное, что они дают науку. Не, я проект строю в гавани. А ты не боишься, что я к тебе приплыву? Ну, а чем? Ты на другой стороне... Меня тут наплыва, а тут нет. По морю, поэтому. Я не боюсь, если честно. Ой-ой-ой, сколько там войск. У Кореи? У Лёши. Француз, ты тут неудачно стал разведчиком. Египет, я серьезно не понимаю, ты еще обстреливаешь города, помогая корейцу меня взять, при этом ты не договариваешься с корейцем ни о чем. Ну, мы-то успеем, я думаю. Тут самое простое, самое банальное, я беру два города левых, кореец два города правых. Ты забираешь что ли там город? Да, только кореец заберет вообще без всяких проблем, я не знаю, зачем ему с тобой договариваться. Я ему не сопротивляюсь никак. Ну, все очень просто. Если он со мной не договаривается, то у тебя будет прилично войск. У тебя? Ты, да. У тебя. У тебя прилично войск, и ты успешно обороняешься от корейца, и он все зря затеял, в том числе зря построил войска. Успешно обороняюсь. Он забирает мою столицу и самый лучший город. Как я потом успешно от него обороняюсь? Не, если я имею в виду, что если я с тобой замирюсь, то ты от него успешно оборонишься. У тебя отлично войск,
дороги, они быстрые. Тебе для этого надо замеряться прямо сейчас. Он уже под столицей. Ну вот. Это прекрасно. Не находишь? Я замер. Пора мириться вам. Ты, Инвиктус, лучше бы нашел нас. Я тебя найду, ты у меня все деньги заберешь. Точно. Это так и будет. Он просто что-то тут разведом гулял-гулял около Агры и решил все-таки в ту сторону повернуть. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consolewar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». Так, надо мечника убивать, потом этим рыцарем сюда и пытаться... Индия, сколько тех городов на воде? Замочить. Три. Не всего, вот я Стальгом взял, но это четвертый город. Ну. Ух ты. Не, получилось. Какие-то пророки. Фуф. Сидит просто и чекает по КД этих великих людей. А вы типа так не делаете? Нет. У меня война. Дурная тетка она. Ну блин. Что это за издевательство? Смотри, ты уже наконец-то походишь на свечи. Что ж мы тут строить-то? Кстати, а кто-то мне союз предлагал? Просто хочу вырубить лес, чтобы сразу что-то построить, но... Нация какая? Франция. Франц? А нет, я не знаю, где ты живешь, Франц. Кто это? Это Австралия. Как ты не знаешь, где я живу? В Израиле он живет. У меня по соседству только Бразилия, Стокгольм и... Какой Стокгольм? Его давно нет уже. Согласен. Но я про то, что я могу пускать в него караваны, чтобы что-то полезное. Я возле Гонконга. Возле Гонконга? А, ну может я тогда скоро прибыл сюда. Кореец, кстати, ты там мне что скажешь? Планю. В их плане. Ты согласен на дележ? Да, конечно. Я тоже хочу. Кусочек. Ну, тебе здесь даже по лояльности не очень много. Это неправда. Там лояльность никак от ваших городов сюда не влияет. Я вообще против, чтобы химкомеры убивали. Я буду заносить. Вот такой... Такую вон кого-нибудь в Корею через море. Вот бы, ну, если бы ты индус, да, вот если бы ты индус ударил Египту в спину, я бы тебе отдал тогда свои города. Просто, просто чтобы Египту не доставалось. Враги до конца. Ну я тебе миллион раз мир предлагал. А я, видишь, ты сделал все, чтобы меня кореец забрал. При том, что я не лидер игры вообще ни в каком месте.
мех опалил человек вокруг себя весь мех. Так, 90 это 55 надо. Индус, ты тут? Тут. Прими, пожалуйста. Да, давай деньги. Да я ему каждый ход отсыпаю. Ты можешь убивать. Ну это единственный вариант защиты. Ему ж не хочется, чтобы меня быстро взяли. Индус, помоги Хмеру, что ты за вам делаешь? У тебя есть войска? У меня войска около Стольгольма еще. Они ну, пока пройдут в ту сторону, то ходов 10 пройдет. Они там могут даже войну закончить. Я даже не знаю, может взять этого ученого? А то у меня все еще есть священное место на плюс 8. Как же Алексей хилится. Да, и уже защита. Да. Давай мне Франция отсыпет денег, а я отсыплю лошадь. Давайте, мне всего давай. 90 монет надо. Так, я... Это, такие разговоры мне не нравятся. Ну ты ж тут больше всех кричишь, помогите Хмеру, а сам не хочешь помогать. Если Хмер выживет, я бы помог ему. Так чувствую, что он не выживает. Так я выживаю. Я выживаю. Мне только рыцари нужны. Зачем мне кидать круг утопающего, который уже тонул? Там три рыцаря стоит, еще плюс две коляски. Египет дохнет сейчас. Ну, войска Египта. Да, Алексей, от Египта ты... я точно отбиваюсь. Это так. Ты выживаешь? Так, Египет, может быть, ты замирись уже на самом деле? Но... Нет, он хочет, чтобы меня кореец забрал. Кореец забрал. Чего ради? Я много потратил, мне нужно получить с этого какой-то гешефт, либо умереть. Это шаг отчаяния, как Лёша из, ну, безальтернативных вариантов пошел на меня. Боже, да ты потерял один город. Ты так плачешься, как будто это все убило тебе одну всю экономику. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что я уже сильно вложился в юниты. И от этого надо получить какой-то гешефт. Ну что там, Invictus передаешь? Нет, конец хода. Ой, я даже не знаю. А тебе это поможет? Ты выживешь? Ты уже третий раз, по-моему, спрашиваешь. Сейчас дам. Знал бы он сам. Уже... Я сейчас сам, по идее, следующим ходом должен идти. Раз
активироваться. Ну, давай. Ну, давай. Блин, надо было дальше отступать еще. Так, тут увеличился, этот туда идет. Подавил. От сердца отодрал. Да. Когда? Что когда? Что? Союзы, естественно. Через три хода. Хорошо. Давай со мной. Соглашайся, это обман. Это пошла дружба. Ну, стрелять будем. Убьет мне всадника сейчас. А чё ж не Мемфис снова? Ну чё, встала, то встала. Переназови. Да не. Память о погибших жителях. Вот Лёшин город захвачу и назову его Нью-Мемфис. Будет это долго будет. Да. Ну а тут кореец вроде наседает, я не знаю. Поможет, не поможет. Я только не очень понимаю, зачем корейцу потом тебе города какие-то отдавать. Ну, честный договор. Если не отдаст, тогда индус подсуетится. Да, и мы уж тут разрулим. Готов мочить Корею по полной в сортире. Страли, ты не будешь с ним жить? Что? Не будешь заключать договор? А, так, ну дружбу можно. У нас Австралия, которая дальше него, он дружбу хочет. А со мной поближе он не хочет. Я с ним могу торговать. А со мной типа нет. Ну что, нападать было на Корею, так тут индус с Египтом тогда бы на меня напали. Полная жопа. Ну давай с тобой тоже, давай. Вот тут клясок с памяти. Почему с твоей территории бегают варвары? Моей? С какой семьей? А мы там все территории нейтральные. Ты же Стокгольм захватил. Ты теперь за него отвечаешь. Да ладно. Радостно. Как скажешь. Заберу сейчас золото себе. Мы туда уже выдвинулись, мы просто в целом высказать негодование по этому. Я уже в одной клетке. Хорошо. Слушай, индус, твой дуболом очень сильно мешает.
Спасибо. А военные атташе были. Они наблюдали за ходом событий. О, Корея блюдит здесь какой-то. Надо бы убрать этого блюдителя. Блин, а где Франция вообще? Я не пойму. Тут Бразилия ко мне ближе. Да, мне что-то стрёмно. Надо по всей границе Бразилии почти. Хотя, ну не знаю. Все еще не могу стены восстанавливать. Да, тут на этой, в этой катке имеет все войска. Чьи-то автологии. Польша, Франция. 92 вид. Австралия. 13. Там Польша. Даже пророк и Франция избирает. Мунлайт, алло. Куда тебе столько науки, австралиец? Никуда. У меня ее немного. Немного. Сотка почти. Он говорит, почти как у Франции, ага. Ну, вы построите компуса? Мунлайт. По-братски. Да, да. Займи. Кто это? Это Египет. Ну нет, зачем мне это делать? Ты воюешь, выигрываешь. Да, в смысле? Прямом. Давайте Австралию распилим. Бразилия подключится. Втроем вынесем. За то, что не помогает. Он жарит науку как бешеный. Оставьте покой бедного Халецкого, займитесь Австралией. Россия, индус. Я вам... Ой, Россия. Франция, индус. Кинул вам там очередные клянчения, да. Ну там немножко. Ой, все клянчат. Не, просто подумайте, зачем вы помогаете Алексею. Мы его выносим, он вам уже не вернет. Ну, чем дольше вы меня выносите, тем лучше. Ты так вообще уже не выносишь. Я вернусь. Я хочу посмотреть, что там Корея делает. Корея, стоп, какой Халецкий? Не, он уже не оставит. Это благодаря Египту, скажите спасибо Египту. Я бы от Кореи поотбивался, но... Это не в моих интересах. Вот, я не знаю. Кстати, поставьте еще карточки там всякие. Ты думаешь, не поставили? Ну, да, что ли? Я бы еще не получить. Вот эти 60 науки я видел ходов 20 назад или 3. Не, наверное, 20. Когда у нас там в новую эпоху ходили. Да, 20. Соответственно, если за 20 ходов можно поставить парочку компусов. Читаем. Наша скромная. Вы же там не воюете. Дикари. Дикари. Это заявление. За такую клевету надо карать жестко. Два раза уже меня за игру клеветал. Я еще какую-то навязку нашел. Третью из-за интро. Почему у нас недружелюбно настроенная Индия? Ну вообще-то у вас все ГГшки, какого фига? Вы что там жалуетесь, что мы недружелюбные? У меня надо. У меня тут под боком только Стокгольм всю интро был, пока я Карфаген не нашел.
С другой стороны, воинственная ГГшка, видели уж. В которую только и сидишь, всю игру вливаешь в бабло. Ну, благодаря этому я от Египта отбился. У нас, ну, по крайней мере, у меня точно большие сложности с тем, чтобы его взять. Ну, а ты думал, это легко будет, что ли? Я что-то не понял. Ну, а ты думал, легко будет? Ну, я вообще тебя легко взял. Вообще-то я тебя легко взял. Ну да, но внезапности. Стоило, конечно, ожидать. Просто разведчиками не стоял рядом. Так видишь, этап игры такой, что где попало, ходит, вродит. Да, наверное, рассчитывал, блин, что мы там упоримся с другими. Но я-то видел его территорию полностью, поэтому для меня вот такой. Не, я не то что рассчитывал, я думал, что вы закончили, типа, ну и мне можно тут расслабиться. Оказалось, все совсем наоборот. Леша сделал ход конем. Ход коляской, точнее. Ну и с рыцарями ему, конечно, помогли знатно. Ну я в них шел конкретно, специально. Ну, а тебе с колясками помогли. И там одна коляска была. И это не сыграло роли при защите города, я его все равно потерял. И в нападении не успел подать. А предлагаю Франции и Бразилии напрячься насчет Австралии. Ну, вряд ли вы догоните пеналки. Ну, Бразил может попытаться, но вот по Франции я точно не верю. Если, конечно, какие-то опыты Франции снова не будут культурно. Видимо, идет. Только что-то мимо. О, стены починил. Француз, ну ты чего влез? Почему? Вот вам не говорили, что нельзя влазить юнитами прям в самую гущу боя? Зачем вы это делаете? По каждый раз, боже, в каждой игре какой-нибудь человек вот прям туда влезет, прям в центр. Прям туда вот. Француз с одного неудачного места встал в другое неудачное место. Ну так что? Я беру эту лагерь. Я его убил. Давай ты, короче, мне отсыпкишь 15 долларов. Тогда забери. В итоге у Египта армии уже нет. Просто. И в итоге мы опять придется строить что-то вместо развития. Оно есть, оно ползет не очень быстро. Я по силе вижу. Мне вообще нравится, как мы тут все в районе 200-300 сидим, и Корея 670 один. Француз, чекни. Не, так кореец просто меня забирает сейчас, что тут... Без особых вариантов. Опять же, спасибо Египту. Ты сам напал. И что? И поэтому мы воюем до конца. Не. Поэтому я вынужден был... Вот я напал на индуса, да, обрати внимание, мы с ним как-то смогли договориться. Ну, он тебе просто город подарил. А там, опять же, без вариантов.
У меня либо три города, ты же заключил со мной дружбу, и кореец заключил дружбу. Я считаю, что индус немножко смолодушничал, по-хорошему ему надо было просто забирать тебя. Я хотел ему в этом помочь, но армия только начала строить. В том вопрос, кто бы помогал, если Корея с ним дружбу, ты с ним дружишь. Не, так в смысле? Ну а как он на меня напал тогда, если у нас дружба была? Дружба как раз кончалась. Нет, у нас с тобой, ну, я заключил дружбу с Кореей и с тобой, и напал на индусы. Там 25 ходов, потом мы ждали, пока еще у нас там война закончится, потом еще что-то. Я на тебя не сразу напал, как мы с ним мир заключили, извини. Там мало ходов прошло. Я уже нападал, я уже считал, что устаревшие юниты у меня в тот момент. Разведчик и пойти поразведывать. Everything has its limit. Вот ты говоришь, Франция не так будет. У меня уже 90. Просто берешь и строишь как. Изи. Вопрос в том, что сколько у него города, если у него больше, чем у тебя, то почему бы и нет? Ну, у него 6, у меня 5. Также. Соревноваться с Австралией, которая все районы имеют бонусы. Сейчас вообще самое время расселяться, на наш взгляд. Так, ты хочешь принять мою делегацию, бразилец? Бразилец? Давай. Что? Ну. Черт, ты хочешь принять мою делегацию? Да. Делегациями, это здорово. Это по-мирному. Вот, никаких варбонгеров вам, понимаете. Войны за Египет в течение кучи ходов. За Египет. Не за Египет, вы поняли. За что у нас там война идет? А почему у меня убралось? Интересно. Плюс 4. Индус тоже хочет поучаствовать. Ну там же Корея что-то идет. Ну, Стокгольм он захватил. Индия осуждает Корею? Да, столицу уже Корея захватила. С военным лагерем наперевес. А где вообще живет Корея? На краю Пангеи справа. А, ну ладно. Тогда можно не очень бояться.
Ну как сказать, это не так опасно сейчас, но чуть более опасно потом. Нет, думаю, есть Египет, а Египет всегда может прийти и выкидать всех ядерков. Инвиктус, последняя просьба. Последнее предупреждение. Отдам мне все свое золото. Куда помочь? Я готов помочь человеку. Блин, неужели я сейчас упаду в несчастье? Зато отлично, мои войска поубивал. Это, чуваки! Кризис! 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 У кого кризис против? Против Кореи. Меня я не показывал. Я бы хотел. Мы этого, конечно, делать не будем. Зачем спонсировать на раз? Но вообще забавно. Ну да, он же спонсирует, кстати. Новая ГГшка. Уверен, что это за ГГ? Валетка. Это ж валета дают стены покупать за веру. Да. Чего, вы хоть стены покупали? Да у меня веры нет. Павел, а как расформировать юнит? Египет, а где твоя армия? Не вижу ее. Ну, Леша мне ее подрезал основательно. Около... В общем, она между где-то, между нами, троими. Они там воюют уже. Кореец, ты можешь спокойно все города захватывать. Тут даже можно не договариваться с Египтом ни о чем. Да. Что? Мне два его города, мы с Египтянином договорились, это его город. Так он не сможет их захватить. Не пойму, ты дискорд лагает? Да. То есть, Серж, ты можешь эти города захватывать и отдавать египтянину. Египтянин тут все, да, на этом его полномочия. Тут 6 рыцарей, 2 коляски, 1 всадник. У меня все гораздо все плачевнее. Кстати, можно купить за деньги инженера, который дает стены. Зачем у меня стены и так есть? Тут не в стенах дело, а в том, что там... Посмотри, какая армия у Кореи. 666 ровненько. А он чем вообще воюет? Рыцари и арбалеты? Рыцари, арбалеты, катапульты. Мы знаем, кого тут адская армия. Кто тут адская тварь? Ну смотри, эти арбалеты в хвачке же апаются, да? Да, конечно. Они будут как... Ну там от до пороха, от рыцарей недалеко. Как бы да, когда будут в хвачке, будет все совсем груз. Единственное, чего я не понимаю. Почему Корея с ее собой не 60 рублей? Потому что он армию клепал свою. Так все, можно уже строить салон. У него, как я понимаю, 3 города. 4. 4 он поставил. Не бойся, скоро там салон будет. Ну, в этих городах. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все.
Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.